Анастасия Мельникова, звезда сериала «Улица разбитых фонарей», пришла на премьеру картины «Спасти Ленинград» вместе с дочерью Марией, и журналисты брали интервью обеих Мельниковых. Дело в том, что 16-летняя Маша сыграла в картине главную роль, а Анастасии досталась роль матери главной героини. Мама и дочка очень похожи внешне, что добавило киноистории достоверности. К слову, у Мельниковой младшей не только актерские гены, но и кинематографический крестный. Ее крестным отцом был знаменитый советский кинорежиссер Алексей Герман. Фильм «Спасти Ленинград» режиссера Алексея Козлова основан на реальных событиях. В сентябре 1941 года юные влюбленные Костя и Настя оказываются на барже, которая следует из блокадного Ленинграда на противоположную сторону Ладоги. Ночью судно попадает в сильный шторм и терпит бедствие. Но первыми на месте трагедии оказываются не спасатели, а вражеские самолеты. Эти драматические события положили начало героической дороге жизни, ставшей яркой страницей героической борьбы советского народа с фашистами. Для семьи Мельниковых, ни одно поколение которых живет в Санкт-Петербурге, эта история имела особый смысл. В главной мужской роли снялся 26-летний Андрей Удалов-Миронов, внук легендарного Андрея Миронова и сын Марии Мироновой, которая тоже присутствовала на премьере. Андрей активно снимается в кино и играет в театре им. Вахтангова. Среди артистов, снявшихся в картине, также Гела Месхи, Валерия Дегтярь, Сергей Жарков, Иван Лырчиков, Владимир Селезнев, Михаил Морозов, Инга Балдина.